земля от света повернет во тьму. Да. Вот это химера. Одна почка была, пошла в рост из привитого, типа такого черночка. Потом она а это уже все ветки, кроме одной центральной, это уже все химеры. То есть они выросли из тех самых клеток. Вот здесь мне, а я вам передаю как бы свое наследство. Приезжайте, Ольга, а тата не приедет, Наталья. Гонору, все, молчу, не воспитываю. Вот, смотрите, мне надо было в эти ветки узаконить и, как бы сказать, тиражировать. Я этого не сделал. Вот, я дождался просто, ну, растет одна и растет одна. И доросла до того, что у меня получился вот, вегетативным гибридом, сравниваем, да. Это все честно, это все было. Вот, так. А потом дерево погибло. Но как это можно восстановить? Да очень просто. Это то, чего не должно быть, потому что на абрикосы мы с черноваем прививаем сливы. Но не какие-то сливы, а именно венгерки. Они очень родственные абрикосам и прекрасно живаются. А здесь-то я, вот этот сувенир Востока, это ринклот. Я из-за этого потерял очень рано, не восстановилось все. Я просто хотел сказать, какие интересные эти, можно этим заниматься. Я занимался как? Я думал потом. Вначале тыкнул, дальше пошел. Тыкнул дальше, потом, господи, за голову схватился. А у него сахара в два раза больше. А почему, непонятно. А так как наше время истекло, вот, я почти закончил. Вот это вот черенки, да? Это мы калечили деревья. Теперь вы скажете, почему они у вас не погибли? Во-первых, погибают, правда, редко. Во-вторых, и тот, кто увидит потом мой фильм, и кто-то где-то еще, я вам покажу еще впереди вебинаров, надеюсь, сотни будет, я вам покажу тысячи фотографий. Любое дерево со всех сторон, знаете, как это, красавица. Вот, и вы увидите, как они изуродованы, как они лечат себя, как они умирают. Все это мы увидим. Вот. И считать, что эти деревья мои, ну, как бы, типа упрека, сами режете, вот, а другие предупреждаете от этого. Но это нарезка на это отрезанный прирост последнего года. И ненавязчивая реклама. Апорты 600-граммовые закончились. Все остальное еще есть. Еще коричневое дорезал, еще какой-то сорт. Потом пока, кому надо, пусть закажет каталог. Цену снизил до минимума, что увидела. До 100 рублей ниже уже нет. Мне не позволяет достоинство. Вот. Это нарезка сегодняшняя, 12 числа. Не просыпаются. Никак не просыпаются. Просто еще есть надежда, что если хорошо заплатить, а я доплачиваю 5 дней, 4-5 дней на ускоренную почту, вот, они не проснутся даже там, в этом, в посылках. Вот. Вот такие дела. Ненавязчивая реклама, извините. Вот. А вот этому уже я отправил. А чек получил. Видите? Получил, по-моему, 4-5 дней всего. Вот. А далее начинается. Нет, проблема с этим. Еще... Нет. Потом будет биополе, гепатогенные зоны. Последнее, что касается кабрезки. Это дерево я не обрезал, я не сумасшедший и не этот. Оно просто обломилось случайно. Сразу после этого, в середине лета, оно должно было зацвести годом позже. Оно зацвело сразу в середине лета. Вот. Это пример того, как нельзя обрезать лето. У меня тоже фотографии достаточно. В прошлый раз показал вам другую, эту. И буду постепенно капать на мозги. Не режьте летом. Десятки этих, а именно сотни, я все не вижу. Правильная обрезка лета. Когда же она вызреет-то? Она тут же просыпается, вот как те лоски. Вот. А потом начинаются новые темы. А вот биополе земли. А вот биополе. В общем, это потом будем. Потом. Вот. Вот это два человека. Всего два из моих учеников. Вот. Если когда-то. А дальше
то, о чем я начал говорить. Девчата, извините, что это, вы для меня все равно девчата. Вот я посмотрел, как сказать, ну, то, там, пусть там миллион участников, да, все равно это все вот это перепалка, споры, даже если они толковые споры. Это я называю игра в песочнице. Понимаете? Как говорил мой друг Сидоров, когда последний фильм он там на канале, посмотрите. Мы рабы, мы действительно нас травливают друг друга. Стравливают просто. И больше ничего. Сейчас задача вернуть это самое. Шанс спастись. Тимирязевской академии. Как это выглядит? Представим себе, это только, конечно, в теории, что где-то создается небольшой коллектив, большой денег не хватит, который берет грант, которому дают грант, уговаривают. Вас уговаривают шикарным образованием, как вы говорите. Вот. Вас Москва, московские связи, выпускницы. Добавляем туда сибиряков. Грант скромный, 100 миллионов, 200 миллионов. Меньше никак. Надо это, потому что Сергей за 10, за 20, и Елена Александровна тоже. Она сейчас вырастет собственный питомник и будет продавать саженцы. И будет зарабатывать, ну, хотя бы 100 тысяч в год, 200. Семью кормить надо. Да? Ну, дополнительный заработок. А на такую зарплату, конечно, просто так не пойдет. Я еще не знаю, почему эти мерзости вообще не разбежались. Речь идет о другом. Создается мощная команда. Сибиряки, смотрите, и европейцы, что-нибудь вам говорят, я про молодежь, что-нибудь вам говорят, допустим, фамилия Козел, шикарные у него уже в Европе, шикарные мои сортообразцы плодоносят, вот так, Макаров, вот, значит, ну, если взять Сергея, там, старика ветерана, ну, только типа, как папа, ну, как сказать, просто организатор великолепный. Ну, может, но это не обязательно. Вот. Сергей Железов, Елена Савинич. Берется несколько десятков тысяч семян, переносится туда, уничтожается все вплоть до этих самых. Тимирязевку надо спасать. Вплоть до того, что цветочки и прочие ёчки, все это уничтожается, перепахивается земля. И если это совсем там все загублено, земля. Вот. А так-то лучше, конечно, садить поверх дерна, как я учу. Через 3-4 года Тимирязевки продержаться, и потом вот это все, я на этом закончу опять разговор этот, вот, потом это все ой-ой-ой, как туда добраться? Ага. Еще раз покажу. Вот. Ну, пройдет ли бульдозер по этому? По черешням, по 100 граммам абрикосам. Пройдет или не пройдет? Ведь вы же обречены. Вы, это ваша альма-матер. Вы ее закончили. Вы хвалите своим образованием. Организуйте группу. Пригласите несколько сибиряков. А когда-то сибирские дивизии спасли Москву. Тимирязевку спасем. Понимаете? Спасем. Потому что все, что это переехало в Европу, прекрасно себя чувствует, еще и лучше. И плоды там крупнее, чем у меня. Ну, вот это должно быть, идея фига, это должно быть, ради этого я и разговариваю с вами. Я не получилось тихого, спокойного разговора, но это из-за того, что я последние полчаса трясло. Что подумать, скажут, ага, испугался, струсил и сказал, что не исправен компьютер. А был не исправен. Антон Валерьевич спас меня от позора. Вот. Вы представляете, что это такое? Ваулин. На тот момент директор института Уральского. Средняя урожайность моих абрикосов. 40 с чем-то килограмм. Рекорд 70 с чем-то. Молодой сад. Молодой сад. Из моих этих... И вы знаете, он мне поставил условие-то какое. Я же ему несколько раз высылал. Присылает 10 тысяч, на второй год еще 10 тысяч. А условие-то какое? А я его перед этим спросил. А вы, Мичурин, уважаете? Или как все пинаете его? Я отношусь к Мичурину с огромным удовольствием. И вот это вот его требование. Вот вам 20 тысяч, Валерий Константинович. А вы мне косточки с Абакана и Саяногорска, так? Чтобы не было никаких... Чтобы это было с непривитых деревьев. С привитых деревьев не присылать.
А почему он выбрал именно это направление? А мы с вами выберем вегетативную гибридизацию. Понимаете? Вот. Ну, вот, ну, как еще говорить с вами? Есть шанс спасти, но он в теории. Нужно 100 или 200, а вдруг, мне иногда кажется, где-то будет там министр сельского хозяйства, ну, то вряд ли, может быть, кто-то из академиков. Спать, а ему там с неба на ухо будет шептать. Найди для железовцев и для этих самых, для, ну, через запятую железовцев и этих тимирязевцев 200 миллионов рублей, 200 миллионов рублей. Хватит на зарплату, хватит на переезд. Это же это же надо. Или вахтовый метод, все равно надо. На гостиницу, на все. Вот. А я под это дело знаю, что это будущее всей страны. Что вы через 5 лет подадите заявку, Ольга, Наталья, моя это самое, мой сын, моя как бы духовная дочь Елена Санна Савельевич. Вот. Что подадите заявку Нобелевский комитет, потому что то, что вот это просто, даже просто перенести было, но это в разные годы все бывало. Это спасение Тимирязевки. Вот оно, спасение, понимаете, вот оно. Да, знаю, наивный дурак. Да, знаю. Вот тут вот точно подпишусь. Железов несет чушь, и я свой подпись ставлю. Вот. Согласен, Железов. Но я эту чушь живу. Понимаете? Потому что мне скоро уходить. Латинков ушел. Вот. Все те, почти все те люди. Бородище, ой, Боднар недавно ушел. А все сады, которые... Это Боднар, Железов, Латинков. Все. Ну и наши ученики. Некоторые уже догнали нас. Здесь у нас прошло все время. Если бы знали, какое это чудо, когда оно вырастает, и теперь уже то, что было хаотично, ткнул, подождал, вот. Ткнул, подождал, теперь это все можно делать осознанно. Знаешь, где плевать, как плевать. Открыт закон сопочинения почек. Вот. Значит, подвой самые морозостойкие в мире. Если однажды в Москве случится минус 40, тем более, ничего с ним не случится. Ну, урожай поменьше будет. Немного. Как вас это убедить, что мы не враги, что не надо собачиться на том крупном сайте, или как он там, канале Туманова. Не надо собачиться. Ну что, наше время истекло. На первый вопрос я ответил. То есть вы сказали, вы там это режете, другим не даете, и вообще отчего-то почему. Ответил не полностью. У вас там больше веток лишних на дереве, чем я описал в этом, что я в ответе. Но ничего страшного. Дальше будут самые интересные ваши вопросы. Вот. А я растягиваю удовольствие. Это как не напиваться, а пить глоточками. И не один день, а неделю. Вот так и я. Это мое, как сказать, предназначение. До свидания, друзья. Видите как? Все честно. Никаких нарисованных фруктов. Сейчас я попрощался. Дальше вопросы-ответы. А, Наталья, Ольга, может быть, вы рано я сказал на свидание. Может, вы там что-то как-то, реакция какая-то. Там же просто написать. Согласна. Или можете написать так. Не, вы несете чушь. Только смотрите, чтобы за вас кто-то другой это не написал. Потому что такие случаи бывали. Вот. Несколько человек сейчас, злоба дикая против меня. Это при том, что я у них ничего не украл, я у них ничего не просил, я им ничего не продавал. Она какая-то инстинктивная, эта злоба, на уровне инстинкта. Ненавижу все, ненавижу всех, кто опередил. Но надеюсь, это не к вам. Итак, мы переходим в вопросы и ответы. И делаем 5-минутный перерыв. Сейчас я набираю. Вот, попьем чаю, успокоимся. Есть такой анекдот, но он длинный. Не буду время терять.